for decorations or for digital printing. Спроси меня, пожалуйста, чернила поставляются в Кремовске? Да. Чернила Кремовские поставляются? Вот у меня в красе нет. Я хочу Кремовские именно чернила. Почему у него это? У меня надо быть спрашивать. Я подаю красить. Я не видел вас красить. Ты не продаешь? Я и говорю. Где можно купить? Европа... Заказ давайте, мы привезем. Так не держим вас. Нет, ну понятно. So, the guy asking about the X. Yes, 3MX. Yep. We don't supply it to Kazakhstan. It's not only in Kazakhstan. Many countries prefer not to supply 3MX because usually they count as more expensive. But they are much more durable and suitable for 3M products, not only for 3M products, because the right quantity per square meter, and it gives you the best durability comparing to any other type of inks. It's almost like the original inks. Usually it is the original inks. Не поставляется по нескольким причинам. Не только в Казахстан, во многих других странах. Потому что они дороже даже самих самых оригинальных чернил, которые поставляются с оригинальными принтерами. То есть принтер Rowan там, и к нему идут оригинальные чернила. Или, допустим, Lux, HP, к нему поставляются оригинальные чернила. Но наши чернила, они и есть оригинальные чернила, но они более дороже. Вот смотри, для Epson сейчас $270 за литр чернила. Epson, that depends what type of printer, because we don't deliver all type of printers inks. We have a limited number of printers and type of printers that we deliver suitable 3M inks. In some versions, like the latex, we do not sell the inks, but HP sell inks that 3M and HP combine and formulate it together. And the seller is HP eventually. Yes. With 3M logo also and with 3M support. Но что касается, допустим, латексной печати, то мы не поставляем латексные чернила, потому что права у HP. Но это совместно разработанные чернила вместе с HP, и поэтому права на продажу у компании HP. У нас совместная гарантия глобальная. Но это не эта тема, немного другая тема. Нет, это очень хорошая пленка, и как раз под эту тему. Да, возможно. Вот. А что касается наших чернил, то мы разрабатываем не для всех принтеров, для определенных моделей. И при этом мы разрабатываем чернила в основном для наших материалов. Ну и не для наших, соответственно, не подходит. Окей. Yeah, I'm looking for the sun, but it's cloudy outside. Okay, window films. When I talk about window films, usually I'm referring to one-way vision films. This is one-way vision. You can clearly see from the outside the graphics, but if you sit inside the building and you look outside, you won't notice anything. This is Amsterdam. This is Amsterdam, or yes, it's a world championship. 2000 Я просто хочу сказать, что все картинки, которые мы здесь показываем на слайде, мы их не скачали с интернета. Это все наши картинки, это все материалы, которые были использованы на определенных поверхностях. Наши материалы. И во время чемпионата мира по футболу, я не помню какой год, но делали тоже оборачивание здания. И вот здесь вот как раз таки применялся материал 3M. This is 8173. This is 8171. 71. Да, это материал one way, ну в народе у нас называют one way vision, то есть перфорированная пленка снаружи видите, внутри ничего не видно. А, наоборот, то есть внутри все видно, снаружи картинка. Holes. This is the black side. This is the side of the adhesive. It holds. Whether it's a 50% hole or 40% holes, that depends, where we want to be able that from the inside out it won't disturb your vision, but from the outside inside you will see the other side where we will print the image and you will see whatever it is that we want to show. There's no problem. Okay?
Can I go back to the previous map? Да, ну вот пленка есть нескольких вариантов, то есть 50 на 50, то есть перфорация, и 60 на 40. То есть все зависит от ваших пожеланий. Соответственно, next slide. Соответственно, все, что вы хотите показать, можете напечатать. Ну, в принципе, это не новинка, на самом деле у нас китайской и корейской пленки дофига. Поэтому про нее мы особо не рассказываем и мало продаем. So, мешает. We have basically three versions of perforated window film, one-way vision. That would be the basic one, the cheapest one, the lowest durability, only 6 months warranty. It has its own special over laminate. It has a 50% perforation, so it has more film and less holes. It counts as a reliable product. It is 150 micron thick. It's a very thick film. And for short term application, this is a very reliable, very good product. Especially due to the fact that it has a strong ink reception, ink acceptance feature. В линейке 3M есть три вида перфорированной пленки, и самая базовая из них — это пленка IG12-29. Качественный материал, честно. Очень хорошая впитываемость чернил, очень хорошая. Но это эконом, то есть 6 месяцев гарантии мы даем. 150 микрон, плотный материал на самом деле. И в отличие от тех компаний, которые производят пленку аналог, гарантию они не дают. Мы не видим, что кто-то давал гарантию. Мы даем гарантию. This is a Calander film, monomeric Calander film, flat surface application, and it is also removable. Unlike many competition who claims that they have a removable product, this is a really removable one. В отличие от других перфорированных материалов, которые есть на рынке, данный материал он удаляем. Действительно удаляется и не оставляет следов клея. Вот. При этом материал, это мономерная пленка, и допускает применение только на ровной поверхности. Next would be 8173. This is a polymeric Calander film. It's a Calander, but a little more stable. This has a warranty of up to 1 year. You can do it on buildings, you can do it on public transportation cars, windows, shop windows. It has also very good ink receptions. It is a little thinner in construction, but still very thick product. And it counts as one of the best sellers in Europe for window films. Следующие перфорированные пленки — это пленка IG8173. Тоже перфорированная пленка и допускает применение на стеклах, на бутиках, на общественном транспорте. Является одним из бестселлеров в Европе для аппликации на стекле. And last one, coming straight from United States. Not necessarily more expensive, but for sure more durable and more suitable for all type of applications. For windows or for windshields, even the car shields, which are not completely flat but a little curved, this would be your best solution. 8171, it's only 100 micron thick film, 50% perforation, very high ink receptions, very strong adhesive, but also a removable version. It has its own unique over laminate film for keeping the inks in place and keeping the appearance of the film. And for sure, you won't notice the film from inside out. И последний вид пленки — это 8171, это американский продукт. В отличие от предыдущих двух, он более тоньше и, соответственно, допускает применение на слегка искривленной поверхности. И в интерьере держится до 5 лет. Please notice that the application temperature can be even very, very low. You can apply it even when it's extremely cold outside. Да, и обратите внимание, что температура нанесения данного материала плюс 4 градуса, то есть очень низкая температура. So these three products are window perforated films for one-way vision, giving you
three options for durability and appearance on windows, whether it's on buildings, windows in shops, car windows, or bus windows. Three options for perforated window films: good appearance from outside in and no appearance from inside out. Windows, shop windows, bus windows, trams, railways. Ну, данный материал, как вы знаете, это пленка One Way Vision. Одна с одной стороны видно, с другой стороны не видно. Соответственно, применяется для общественного транспорта, для стекол, для путиков. And now we move to a different type of window films. It's a decoration film. You will have to excuse me, I won't go into the details of the actual product because it becomes very, very boring. But I would like to explain what the actual product is. Okay. Теперь мы переходим к следующему виду пленок для стеклянных поверхностей. И этот мы не будем уходить больше в детали материала, а расскажем больше о преимуществах данного материала. The 77-25-300, it's a special film that gives us the effect of a dusted or frosted film, like sandblast on a glass. It's very simple to play with. It's a cast film. You decorate it, you cut it with a plotter, you have four colors and one haze or dusted version, sparkling appearance. All you have to do is e-cut it and apply it on a glass with either type of unique appearance that you would like to have, with or without lights, with or without backlits, with or without just glass walls that you would like to create some kind of a separation between two sides. Мы сейчас хотим показать вам пленку 77-25. Модель на самом деле не уникальная, но при этом, в отличие от тех присутствующих материалов на рынке, это литая пленка. Соответственно, гарантийный срок увеличивается очень сильно, и внутри помещения, как вы видите, 15 лет. При этом пленка допускает на ней цифровую печать. Плюс ко всему, ну, вы знаете, что с этими пленками можно играть. То есть для поттерной резки можно создавать какие-то уникальные вещи на стекле. И, соответственно, данный материал имеет несколько видов оттенков. Вот. Образцы есть у наших дистрибьюторов, вы можете их попросить. И one thing which I forgot. Decoration, colors, creating a separation. У пленки есть свой эффект, то есть эффект из кастрюльной обработки и эффект из искристого иния. То есть не надо способом, там, где производят стекла, производить этот эффект. Его можно просто создать с пленкой. You can use it from both sides of the glass. Yeah. That would create a very strong three dimension. Да, его можно использовать с двух сторон, соответственно, ну, создавать какие-то объемные формы. Another option, a cheaper version with a limit appearance would be the 55-25. Now, I'm jumping to the next slide because 55-25 is a calendar film, but you can create the same appearance, and we have a version of comply. No need for wet application. Air channels in the adhesive. Dry application, which means you can go into the bank office or any other office, apply the film on spot without disturbance, without dirt or water or muddy appearance. Just apply and go home. Quick, easy, reliable solution on spot. Следующий вид пленки — это 55-25, это эконом-версия пленки для стекла. То есть до этого была литая пленка, здесь эконом-вариант. Но отличительной характеристикой данного материала является технология Comply. Comply — это поклейка на сухую, то есть не нужна вода. Что это говорит? Это говорит о том, что вы можете спокойно пойти в любой офис, где вам нужно приклеить данный материал, и никого, не нарушая рабочий режим, можете наклеить ее. То есть, ну как у нас обычно делают? У нас обычно на воду клеят такую пленку, на стекло без воды у нас никто не клеит. Я никогда не видел, чтобы кто-то без воды клеил.
А в данный материал можно спокойно прийти и в рабочее время клеить. Обратите на это внимание. Usually, I don't know how it's going to be in Kazakhstan, but usually, especially in Israel, banks are the best customer for the 5525. Okay? Because this way they can promise that customer won't look inside when customer sits with the banker. And sometimes when a very pissed off customer breaks the glass, it can easily replace. Okay. Well, на самом деле, maybe not in Israel, but in most companies, I think this is the best solution. I never heard about this complaint in banks where customer breaks the glass because they are very pissed. I heard about it only in Israel. Maybe it's also relevant for other countries. Well, на самом деле, лучший продукт для банковской структуры, для финансовых институтов, то есть для банков, для страховых компаний, для лизинговых организаций. И поскольку его очень легко применять, не мочить поверхность, то есть вы можете спокойно ходить. And it's only for decoration, for internal office decoration. Ну, это, соответственно, только для интерьеров. Можно и вопрос? Да. Какой-то серия, она только клеится на структуру? Нет, у нее есть как и технология Comply, то есть версия C. Буква C, вы помните, это Comply. Есть также и без нее. То есть можно наводить. Нет. The C is for the Comply. Comply, yeah. Okay. And it is not visible from distance. It will be visible, you see small air channels, only when you are very close to the glass and you are looking for something. But from regular distance, you won't notice that. И не надо, не пытайтесь даже на воду приклеить, потому что она не будет клеиться. Okay. So this is glass decoration, and now we have a unique solution for glass decoration with printable film. Well, clearly you know the story, but please. Yeah. Очень уникальный продукт на самом деле, пленка 8150. Я вот сейчас могу уверенно сказать, что на рынке в Казахстане точно нету аналогов этой пленки. Эта пленка абсолютно прозрачная, у нее 100% прозрачности. То есть если мы клеим обычный, ну как у нас происходит прозрачную пленку, какую клеят у нас? Ламинат клеят. Правильно? ПВ. А? Разные варианты есть. Есть прозрачные пленки в респекторской линейке. Да, ну в смысле они больше, их видно. Они, да, транспарентность не 100%. Да, прозрачность не 100%. Да. То есть... Да, есть такие волны, вот да. Их видно, и все равно вот за счет этого не совсем получается то, что хочется. Пленка 8150 это уникальный продукт по-своему, и большое преимущество в том, что когда вы его клеите, он исчезает, и видно только картинку или какие-то элементы. Соответственно, люди понимают, что печать произошла прямо на стекле. То есть в этом большое преимущество. Во-вторых, когда его клеишь, ну, его клеишь на воду обязательно, его по-другому не приклеишь. Он очень тонкий, во-первых, это литой материал. И плюс ко всему... This is printed? Да. This is printed. Да, и вот что хотел сказать, что не надо отдельно вырезать кусочек пленки. То есть если вы приклеите на прозрачную другую пленку, то вам придется отдельно кусочки вырезать, наверняка. Здесь этого делать не надо. Это намного поклейка намного легче будет. То есть вам не надо будет использовать и подложку, и монтажку. У меня вопрос. Да? А если у нас задача есть, допустим, стекло метр на метр, да. Нам нужно нанести принт на центр стекла, а по периметру у нас, допустим, аппликация другой пленки. А можно ли, вот там, где у нас принт небольшой, сделать вырезку по изображению и наклеить? Будет, да, ли видны край пленки или край не будет? Будет видно. Будет видно. Да. Мы делали. There is a special technique for glass printing, mainly with UV or with latex. A direct glass print. It is much more expensive, it is much more complicated, and you have to deliver and shift the glass, which is very complicated as well. Yeah. While we deliver a quick, reliable, more durable solution, which is still optically clear. It won't disturb the visibility. Yeah. But the question was also regarding the small part application. Yeah. Cutting the, doing the e-cup. No. And do the application, and the question was regarding the visibility of the edges. Edges will be visible. Yeah. Yes. Always. Edges are always visible. Всегда видно, потому что уже материал...
убирает. This is clear view. This is a full printing on the glass, the same appearance, 3M UK office. No, this is application of 8150. This is a... Yeah, clear view, 8150. This is printing. All of it is printing. On film. Glass application with special legends, special appearance, color fading along the glass. The width of the film is the width of the glass panels. Sometimes if the glass panel is extremely big, we will have to have a butt joint, and you will see a very thin line of the butt joint. Okay? Ну вот очень классный пример показывает, как я и говорил, в презентации мы не используем другие картинки. Это наши примеры, это реальные истории. И вот здесь вот пример либо из Голландии, либо еще из какой-то страны, я точно не помню. Добились вот такого эффекта с помощью пленки 8150. То есть печать на пленке и плюс применение. И совершенно другой дизайн. То есть окрас идет на печать. Окрас идет при печати. Да. Это градиент, имеете в виду, переливание. Да, это при печати. И пленку клеишь в стык в стык. То есть на плюс не рекомендуется. И маленькая полоска все равно будет видно, но не так заметно. Там несколько видов ширины рулона, поэтому... Please remember that if you want to print... Это летая пленка, да. Please remember that if you want to print an image with white color on the clear view, you have to have a white color in the printer. So you have to use a six-head printer that has also the white. Otherwise, it will be transparent. Yeah. Ну, вы знаете, все работают в рекламе, знаете, что белил. Не у всех машин существует белило. Соответственно, когда есть белый цвет на картинке, то он не будет печататься, если на принтере этого цвета нет, он просто как прозрачный пойдет. Поэтому будьте уверены, что необходимо печать и белыми красками. Okay. We'll do the floor graphics and then we'll have a 10 minutes break. Yeah. People can have a coffee, cigarettes, whatever. Okay. Мы сейчас расскажем презентацию по напольной графике, несколько слайдов. Потом 10 минут перерыва, потом дальше идем. Okay. Floor graphics. Very simple application. Should be a reliable product. One of the main issues with floor graphics is skid resistance and removability. What is skid? Skid is sliding. Anti-skid is anti-sliding. Основным преимуществом напольной графики, вы знаете, это уникальность, и наш материал позволяет не скользить, то есть вы не упадете, и anti-skid resistance. And removability. И удаляемость. Okay. Действительно, применяли сколько раз материала, вот можете посмотреть на сайте нашего дистрибьютора, компании ID-Trade, вот представители на первых рядах сидят. У них на сайте очень классные примеры есть с напольной графикой, которые они делали для компании Procter & Gamble. Была обернута очень большая территория в торговом центре Mova Port, в промстор Гиппери, зона памперсов. То есть они ее очень классно выделили, и тут просто необычный такой эффект получился, что ты заходишь и сразу видишь, знаешь, где твой продукт. Это наш материал, да. Мы другие не выставляем на сайте. Сколько до него идет? Гарантия? Да, сейчас мы про каждый расскажем. Там 3 вида, 4 вида. So, first would be IG25. It is suitable for floor graphics. It has to have a unique over-laminate film that has skid resistance. It gives additional thickness to the film. And it promised that after this period of application, we will be able to remove the film without leaving any adhesion remaining. И вот первый из продуктов – это стандартная пленка IG25. Мы про нее рассказывали. Это эконом-пленка. И мы говорили, что она допускает напольную графику. Но самое главное – это ламинат. Это даже, может быть, и не пленка, а именно в ламинате весь benefit, преимущество. Да. If you want to create a three-dimension effect, use the transparent version. Okay. We have a transparent version and we have a white version. If you want to create a hole in the floor or a bouquet of flowers or a few bottles of wines, you have to build the design in a way that it would look three-dimension and you would use the transparent film. Если вы хотите добиться 3D-эффекта, его можно добиться только с помощью
прозрачных пленок, только с помощью пленки. У нас есть эти пленки. Okay. Next option, much more durable, much more reliable for long term, is the IJ162. This one. I will. You have it in your bags. The idea is to feel the skid resistance, the stiffness of the overlaminate film. This can be applied and leave on the floor for up to 1 year, with no worries about the skid resistance, and with no worries about removing the film at the end of the period. When removing the film, you take your heat gun, you heat the edges a little bit, you peel it off, heat the surface, and remove the film. This is the only process that you need to do. Следующий продукт – это специально разработанная пленка для напольной графики. Пленка IJ-162. У нее свой ламинат. Не пытайтесь использовать другой, он не будет работать. Вы не добьетесь того результата, который нужен. Ламинация 3645 пленка, это его сэндвич. То есть должен, вот у вас в пакетах есть образец этой пленки, и образец мы дали для того, чтобы вы почувствовали вообще как на ощупь, какой на ощупь этот материал. И на практике мы даем гарантию, теоретически мы даем гарантию 1 год, но материал заслужил доверие клиентов, и мы видели, что в некоторых странах материал держался даже больше, до 2 лет. И очень большое преимущество материала в том, что он удаляемый. Вы понимаете, да, что удаляемость за него тоже надо платить. Потому что когда вы смету составляете, вы говорите на монтаж, там, на демонтаж. Демонтаж тоже каких-то денег стоит. А сколько времени занимает демонтаж, если, допустим, остался клей? То есть надо об этих моментах тоже подумывать. Because floor graphics campaigns can be national wide or sometimes multinational wide. The product is suitable for digital printing, but also for screen printing. Screen printing is a cheaper version of printing, reliable and usually more durable than digital printing. So you can choose what type of printing you would like to have. You can choose what type of image you would like to see. You can choose whether you would like to use the white or the transparent film. And durability would be at least 1 year, including removability of the film. Данная пленка позволяет печать как цифровая печать, так и трафаретными шелкографиями. Ну, как вы знаете, шелкография, скорее всего, будет держаться дольше. When I'll talk about the application, you will understand why I consider Flow Graphics as a simple product. It's relatively expensive, but it's a simple product to use, to apply, to enjoy from, and to remove. Okay. Ну, на самом деле, данный материал, вообще напольная графика, ею можно использовать, вообще необычно, делать необычные вещи и идти на какие-то очень такие смелые решения, как национальные акции. Допустим, как мы говорили про Проктор, да, что они оборачивают свои зоны, да, и это можно, Проктор — это глобальная компания. Это, наверное, это номер один FMCG-компания в мире. И поскольку они присутствуют в каждой точке, и если вы знаете, вот рынок ритейла, да, он такой, магазины сами говорят, сколько платить за точку. Хотя есть компания, вот как Проктор, да, она приходит в точку и сама свои условия ставит. Вот. То есть она диктует правила. И она говорит, вот моя зона должна быть 50% минимум. Все остальное это пусть Колгейт будет, пусть другие будут производители. Соответственно, вот для таких компаний можно предлагать решение с напольной графикой. These two products are for indoor application. This product is for outdoor application. 3662.